Свыше 370 оленеводческих бригад работают в чукотской тундре, и в каждую из них в эти короткие полярные дни спешат вертолеты Анадырского и Певекского авиапредприятий с новогодними подарками для оленеводов. Вот этот летающий магазин уже побывал на всех стойбищах совхоза имени 22-го съезда партии, а сейчас приземлился в бригаде Николая Эйниткео. Новый год передовой коллектив встречает высокими показателями. Пастухи полностью сохранили молодняк, а средний вес сданных государству оленей достиг в этом году 90 килограммов.